Первенство Заполярного района и Кубок округа по северному многоборью сегодня стартовали во дворце спорта «Норд». Участие принимают 30 спортсменов из Нарьян-Мара, Искателей, Харуты, Индиги и Усть-Кары. Спортсмены будут состязаться в личном и командном первенствах. Дисциплин 5, метание топора и тензея, кросс, тройной прыжок, прыжки через нарты. По итогам определят сильнейших, которые получат путевку на чемпионаты первенства России в Краснодаре. Все участники разделены по возрастным категориям. У девушек всего 2, у юношей 3. По словам тренеров, самая напряженная и яркая борьба развернется среди старшей возрастной группы. Старшие юноши у меня только перешли в старшую группу, поэтому надежды еще пока. На призовые места, конечно, надеемся, на Костю Диденко, но многого не рассчитываем. А вот в средней группе Кирилл и Василий... Я думаю, что постараются на призовые места, на первое место. Есть ребята достойные, которые составят большую конкуренцию.